Так, а мы прибыли в город Уранополе. Сейчас ставила машину на паркинге. Паркинг здесь берешь, потому что больше нигде места нет. Город маленький, машин много, туризм. Вот так вот все паркуются. Короче. 4 евро паркинг стоит за до 24 часа. Вот здесь пляж. Каменистый. Галька. Ну, кому нравится, мы будем на кораблике кататься. А, Уранополе, это, кстати, последний город. Это последний город. Там дальше ничего больше нет. Там дальше идет только дорога на Афон. На Афон. Поэтому здесь много-много паломников. За городом Уранополь есть отели. И 4, и 5 звезд. Вот, мы остановились здесь, в центре. Здесь, в центре города. Ну, в городе, короче, нет таких отелей звездных. Есть вот такие вот, как будто бы съемные комнатки. В основном тоже их именно... Для паломников изначально. Для паломников. 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 Изначально были они сооружены. Короче, съемные комнаты. С, без какой-либо кухни. Тут. О, кто-то мне звонит. Везде есть магазинчики, таверночки. Жарко, жарко, очень жарко. Вот, пройдусь только, чтобы показать вам вид. Вот сумки у себя. Что у тебя в сумке? Какая распаковка? Не распаковка, просто. Дмитрий. Какой цвет воды классный. Ну, хорошо. Но все равно вот бирюзовый, видишь, такой. Тем более даже зеленоватый. Нам туда. 7 евро за человека. Но ты едешь туда, и обратно тебя, когда забирают, тебе уже не нужно платить. То есть 7 евро это туда и обратно.